Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. Если какие-то проблемы, напишите, пожалуйста, что что-то не так со звуком или с изображением. Но я вижу, что на мониторе все нормально. Возможно, единственное, со звуком какие-то проблемы. Но если что, вы мне напишите. Поэтому давайте пока начнем наш обзор, поскольку время отклика у нас чуточку больше, чем обычно бывает. Начнем с просмотра макроэкономической статистики, посмотрим, что у нас выходило сегодня, что ожидает. Было много достаточно данных, данные были и не очень значимые, второстепенные, и те данные, которые рынки очень сильно ждали. Посмотрим, какова была реакция на эти события. Итак, сегодня рано утром вышли данные по Японии, иностранные инвестиции в японские акции и в иностранные облигации. По японским акциям рост достаточно существенный, а в иностранные облигации вообще из отрицательной зоны ушли в плюс. Но японская иена сегодня торговалась, как бы не обращая внимания на эти данные. Торговля шла своим чередом. Существенного влияния эти данные на японскую иену не оказали. В 4.30 вышел индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии. Квартальные данные, он совпал с прогнозным значением. И нужно сказать, что увеличился объем валютных операций Резервного банка Австралии. Он практически вдвое произошло увеличение. Доллар австралийский торгуется с повышением. Нельзя сказать, что какой-то взрывной рост был, но тем не менее рост наблюдается. А в связи с этим что тут можно сказать? Вот в Прайме тоже написали небольшую статью. Сейчас уже все смотрят на то, что австралийский доллар будет тестировать уровень 0,8, и это вполне себе допустимый сценарий развития событий, поскольку Резервный банк Австралии очень сильно в последнее время изменил свою риторику. Если они часто, помимо того, что говорили, что им некомфортен высокий курс австралийского доллара, они как бы давали ценовые ориентиры, куда они хотели бы видеть движение, в какую сторону, примерно до каких уровней своей национальной валюты. Вот в последних протоколах, мы недавно с вами об этом говорили, инвесторы увидели слово «слишком мягкая кредитно-денежная политика», насторожились, думали, что, возможно, будет подтверждение со стороны Глена Стивенса, главы Резервного банка Австралии. Он этого не подтвердил. Значит, все как бы получили сигнал, что да, ну, банк вроде недоволен курсом текущим австралийского доллара, но при этом абсолютно ничего не предпринимает и совершенно не собирается понижать процентные ставки. Поэтому вполне нормальная реакция. Плюс не стоит забывать, что австралийский доллар – это все-таки сырьевая валюта, цены на сырье растут, причем растут очень сильно, там буквально взрывной рост идет. Вот, особенно если посмотреть на цены на серебро, на сталь, тоже цены растут очень неплохо. Вот, ну, как я уже сказал, пусть не так сильно, как цену на сырье, австралийский доллар укрепляется, и, как я уже сказал, вполне возможно, что будет даже попыточка протестировать вот этот уровень 0,8, но посмотрим, как дальше поведет себя австралийский регулятор. В 9 часов у нас по Швейцарии был торговый баланс. Он сократился практически вдвое, но при этом остался профицитным. Вот если говорить по Швейцарии, то, пожалуй, это один, ну, если не единственный, даже я бы, наверное, сказал, единственный центральный банк, который практически не делает никаких заявлений в последнее время. Вот и слов господина Джордана я уже очень долгое время не слышал, нет его никаких выступлений, нет никаких комментариев. При этом там самая мягкая кредитно-денежная политика, и раньше было очень много заявлений относительно того, что излишне высокий курс швейцарского франка. Вот сейчас этого совершенно нет. Швейцарец торгуется, ну вот в текущий момент, я бы сказал, как прокси-валюта по отношению к евро-доллару, он зеркально как бы отражает те движения, которые есть, только в обратную сторону, поскольку там прямая, обратная котировка здесь прямая. Вот у него идут как бы такая вот связь больше, наверное, с европейской валютой.
В 11.30 вышли данные по розничным продажам в Великобритании. Данные очень сильно разочаровали участников. Там либо они показатели вообще уходили в отрицательную зону, в частности, без учета топлива месячные данные ушли в минус на 1,6%. Годовые данные гораздо хуже, чем в предыдущий отчетный период. Если до этого был рост 3,7%, то теперь 1,8%. Просто розничные продажи, годовые данные составили всего 2,7%, при этом ожидали 4,4%. И по месяцу розничные продажи ушли в минус на 1,3%, это при том, что до этого было снижение всего в 0,5%. Как я уже сказал, данные оказались не очень хорошими, но британский фунт, несмотря на это, сегодня укрепляется, и укрепляется очень сильно. Я уже в шутку как бы вот говорю, что, видимо, он себя почувствовал. Несмотря на то, что полностью разинтегрированным с европейской валютой, да, как бы у них развод намечается на июнь, но тем не менее вот ведет он себя точно как европейская валюта. Сегодня она укрепляется, то же самое происходит с британским фунтом. Как я уже сказал, данные, в общем-то, негативные, но тем не менее британец у нас с вами растет. Так, у нас, по-моему, даже что-то по этому поводу написали. Сейчас посмотрим по розничным продажам. Так, это у нас Швейцария, положительный сальдо, сократилось вдвое. Так, основной причиной сокращения рост импорта, это у нас с вами про Швейцарию. Да, вот розничные продажи в Великобритании в марте снизились, сигнализируя о замедлении экономики страны в преддверии референдума по вопросу о членстве в Европейский Союз, который назначен на 23 июня. Тем не менее, британец растет, причем растет как из пушки. Представленные данные оказались ниже ожиданий экономистов. Опрошенные Wall Street Journal прогнозировали, что продажи не изменятся по сравнению с предыдущим месяцем. Сильнее всего сократились продажи одежды и продуктов питания. По сравнению с мартом предыдущего года продажи выросли на 2,7%, но это все равно было ниже прогнозов экономистов. То есть действительно очень и очень разочаровывающие данные. Так, дальше у нас было решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Ставочку у нас оставили без изменения, и ставку по процентную ставку, ставку рефинансирования ЕЦБ, и депозитную ставку, которая была уже в отрицательной зоне, минус 0,4%, она тоже осталась без изменения. Но в момент выхода ставок, там, если посмотреть пятиминутный график, очень такие незначительные были колебания, сильными их совершенно не назовешь, и все, конечно же, ждали, когда чуть позже, уже в 15:30, будет выступать Марио Драги, и что он скажет относительно дальнейших перспектив кредитно-денежной политики европейским регуляторам. Ну и поскольку тон его был основан на тех постулатах, что ничего нового предприниматься не будет, не будет сильного смягчения кредитно-денежной политики, нет каких-то новых мощных инструментов, то европейская валюта начала укрепляться, укрепление достаточно сильное происходило. Одновременно с этим вышли еще и данные по Соединенным Штатам. Это повторные заявки по безработице оказались лучше, чем ожидали, и первичные тоже самое показали хорошую динамику. Это тоже оказало поддержку американскому доллару, ну и, соответственно, в паре евро-доллар. Это как бы еще больший стимул к тому, чтобы... Хотя здесь нет, здесь у нас точностью до наоборот. В общем-то, позитивные данные должны были к укреплению доллара привести, да, но вот данные по словам Марио Драги настолько перевысили эти новости, что у нас идет очень мощное укрепление европейской валюты. Так, в 16.00 у нас вышел индекс цен на жилье, месячные данные по Соединенным Штатам. Он полностью совпал с прогнозным значением. До этого был рост 0,5%, теперь 0,4%. В 17.00 у нас по штатам индекс опережающих индикаторов, месячные данные. Ожидается рост на 0,4%. И сегодня рынки ждут выступления главы Банка Англии Марка Карни. Посмотрим, каково будет его заявление. И вот, в частности, может быть, укрепление австралийского доллара связано как раз с этим событием. Может быть, какая-то утечка информации произошла. Посмотрим, что скажет Марк Карни и как рынки на это отреагируют. Одновременно с этим в 17.00 у нас уровень доверия потребителей еврозоны выходит. До этого было снижение минус 9,7, ожидается минус 9,5. Но в календарике это отмечено как совершенно незначимые события.
поэтому, возможно, рынки просто не заметят этих данных, если уж они каким-то уж очень не будут отличаться от прогнозных значений. Вот такой сегодня примерно новостной фон. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, пожалуйста, отреагируйте. Если есть у вас вопросы, напишите, пожалуйста. Коротенькое слово есть, затем задайте свой вопрос. Вот здесь спрашивают, что произошло после конференции ЕЦБ. Ну, я уже это дело прокомментировал. Рынок не получил сигналов о том, что будет смягчение кредитно-денежной политики, ну и, соответственно, у нас идет укрепление европейской валюты. Итак, если есть вопросы, коротенькое слово есть, затем свой вопрос задавайте. Если вопросов нет, то посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Так, давайте пока посмотрим нефтяные котировки, что у нас по нефти. Наверное, будет более интересный часовой таймфрейм. Вот, достаточно вяло текущий сегодня торгуются цены на нефть. Если до этого был взрывной рост, то теперь движение достаточно умеренное, но при этом нужно сказать, что идет восходящий тренд. Цены торгуются и выше средненедельного и среднемесячного значения. В частности, WTI торгуется на уровне 43.91. Если посмотреть на нефть марки Brent, картиночка схожая, может быть, чуть-чуть, очень незначительно отличается. То же самое, котировки торгуются сегодня выше и среднемесячного, среднедельного значения. Посмотрим, ну-ка, максимум сегодня был на 46. Да, 46.15, тоже преодолевали даже в течение дня отметку в $46. А вот когда нам говорили, что цены будут очень длительное время находиться вблизи отметки $30 за баррель, да, ну, не совпали, скажем, сейчас текущие значения нефтяных котировок с тем, о чем говорили тогда очень многие в мире финансов. Вот я тогда не очень верил, что цены будут низкими, каких-то конкретных цифр не называл. Вот, но то, что сейчас уже на уровне 46 торгуются цены на нефть, это очень и очень позитивный фактор. В частности, сейчас очень многие отмечают вот те события, которые происходят в Китае. Очень долгое время давалась такая негативная оценка тому, что происходит в Китае. Если вы помните, мы с вами на эту тему говорили, да, вот наш взгляд был немножко с вами немножко иной, мы чуть-чуть иначе оценивали положение дел в китайской экономике. Но вот сейчас как раз начинают говорить о том, что там происходит, возможно, что-то фундаментальное. То есть уже пошли какие-то оговорочки, что вполне возможно, что там дела налаживаются. Но вот я именно так на это дело и смотрю, что действительно Китай растет достаточно неплохо и на своих плечах вытаскивает всю мировую экономику. Вопросов нет. Идем дальше. Смотрим индекс американского доллара. Вот идет его снижение. Опять же, почти вплотную подходил к своему среднемесячному значению. Не дотянул немножечко. Торгуется ниже психологической отметки 95. На текущий момент индекс торгуется на уровне 94 ровно. Это индекс американского доллара. Теперь давайте посмотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют, и начинаем с триады обратных котировок. Как обычно, смотрим пару евро-доллар. Что у нас по этой валютной паре с точки зрения консервативной трендовой торговой системы? Итак, если брать трендовую торговую систему, здесь тренд восходящий, здесь тренд нисходящий. Два трендовых индикатора совершенно друг другу противоречат. По трендовой торговой системе лучше находиться вне рынка. Если смотреть диапазонную торговую систему, то здесь тоже налицо прямое противоречие. Цены находятся в верхней трети, и этот фактор говорит за то, что наиболее целесообразно было бы продавать евро-доллар, ну а поскольку осциллятор ведет себя с точностью до наоборот, он дает сигнал в
покупку на дневном таймфрейме, значит, они друг друга поглощают. И по диапазонной торговой системе у нас точно так же. Сегодня день не торговый, поэтому по евро-доллару на 100% находимся вне рынка. И по трендовой торговой системе не торговый день, и по диапазонной тоже. Поэтому выступаем только в качестве сторонних наблюдателей. Поскольку здесь все однозначно, я даже не спрашиваю, есть ли у вас вопросы, мы сразу идем дальше и смотрим следующую валютную пару. Это британский фунт. Здесь картиночка другая. Тренд восходящей фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатор OSMA, поскольку показатель растет, находясь выше нулевой отметки. Итак, направление сделки известно. Теперь нужно посмотреть, нет ли диверочка. Цены поднялись выше, чем на предыдущем максимуме, но если посмотреть в увеличенном масштабе, да, то этот максимум у нас все-таки превысил предыдущий. Если здесь значение 101.31, то здесь 101.31.67, последние циферки, а здесь 0.3. То есть он чуточку, но тем не менее находится у нас с вами выше. Поэтому дивера никакого нет, объем сделки совершенно стандартный по британскому фунту, направление тоже известно, это покупки. Теперь смотрим внутреннюю структуру, что у нас происходит. Был сигнал осциллятора в покупку, но после того, как был сигнал, у нас не было консолидации. Посмотрите, пожалуйста, да, у нас сразу достаточно высокая волатильность была на рынке. Поэтому торговая система консервативная не позволила открывать сделки, не было условия, одного из обязательных условий этой торговой системы консолидации. Вот, ну и поскольку ее не было, значит, входить в рынок было нельзя. На текущий же момент мы уже видим достаточно активную волну прилива, поэтому нужно ждать, пока прилив закончится, будет волна отлива, и начнет формироваться новая приливная волна, и будет новый сигнал осциллятора в покупку. И если после того, уже после того, как будет сигнал, на часовом таймфрейме будет консолидация, то в этом случае можно будет пытаться открываться на покупку. Но для этого нужно будет посмотреть, а сохранится ли у нас день покупок в тот момент, когда будет сигнал осциллятора в покупку. Поэтому на сегодняшний день очень маловероятно, что все эти события произошли. И получается, что на текущий момент уже сейчас входить в сделку нельзя. Это будет очень и очень запоздалый вход и далеко не самый оптимальный. Если есть какие-то вопросы по сути, по британскому фунту, пожалуйста, свой вопрос задайте. Я постараюсь на него ответить, чтобы все было быстрее. Благоразумнее сначала написать коротенькое слово «есть», чтобы я сделал паузу, подождал, пока вы вопрос напечатаете. Я постараюсь на него ответить. Итак, по британцу я вам все рассказал. Идем дальше и смотрим следующую валютную пару. Это австралийский доллар. Что у нас здесь с вами? Тренд восходящий в фазе импульса, а здесь, к сожалению, в фазе отката. Здесь у нас гистограмма растет 2.0.11.51, а здесь 2.0.10.12, значит, она снижается. И поскольку здесь фаза пассивная, мы делаем вывод, что по австралийской валюте сейчас в рынок не входить. Но опять же, если посмотреть на то, что говорят сейчас вне рынка, что пара нацелилась на уровень 0.8, здесь до цели осталось совсем-совсем немножечко. Посмотрите, да, вот он практически совпадает с уровнем Фибоначчи 61.8. Вот это совпадение говорит о том, что цель вполне и вполне себе достижима, 0.8, поскольку они рядышком расположены. Вот так вот мы сейчас с вами поступим. Вот посмотрите, да, 0.8 и 61.8, они практически совпадают. Поэтому здесь осталось совсем-совсем чуть-чуть. Но, правда, надо сказать, что уровень Фибоначчи расположен чуть ниже. Именно его лучше, конечно же, рассматривать как цель ближнюю. Но, тем не менее, поскольку 0.8, психологическая отметка тоже достаточно сильная, то вполне возможно, что движение пойдет и туда. Но здесь должны выполняться правила управления капиталом. Ирина, задавайте свой вопрос. Я пока продолжаю дальше. Ну а по австралийцу на текущий момент день сегодня не торговый, мы находимся вне рынка и, естественно, ждем, пока ситуация сложится благоприятным образом для того, чтобы можно было открывать позицию. Итак, Ирина, печатайте свой вопрос, я постараюсь на него ответить. А мы пока, чтобы не тратить времени, пойдем дальше и посмотрим уже триаду прямых котировок. С обратными мы с вами закончили. Первый в этой триаде прямых котировок смотрим пару доллар
японская иена. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Здесь индикаторы впрямую друг другу противоречат. Значит, ни о какой торговле не может быть и речи. Естественно, мы находимся вне рынка, поскольку здесь доминанта медвежья, здесь доминанта бычья. Они друг друга взаимно поглощают. Значит, по японской валюте находимся вне рынка, только наблюдаем и сделок ни в коем случае не совершаем. Итак, по японцу находимся вне рынка. Ирина пишет, посмотрите, пожалуйста, золото. Ирина, дело в том, что у нас есть свой алгоритм, мы по нему последовательно шагаем, золото мы смотрим, но всегда смотрим в конце. Поэтому всему свое время, золото обязательно посмотрим, когда до него дойдет очередь. А пока что идем дальше и смотрим следующую валютную пару, это доллар к швейцарскому франку. Картиночка здесь следующая. Смотрите, на закрытой свечке у нас все еще не произошло пересечение скользящих средних, быстрая так и не пересекла медленную снизу вверх. Если текущая динамика движения вниз сохранится, то этого пересечения может вообще не произойти, поэтому пока что пересечений нет. Здесь у нас тренд остается нисходящим, здесь восходящим. И получается, что по швейцарской валюте у нас индикаторы друг другу противоречат. Здесь медведи, здесь быки. Взаимное поглощение, ни о какой торговле речи быть не может, значит, мы находимся вне рынка и по швейцарской валюте, естественно, не торгуем. Идем дальше. Смотрим последнюю пару. Канадский доллар. Что у нас здесь с вами? Тренд, нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. У нас с вами день продаж, но посмотрите, дивер и на моментуме, и дивер на индикаторе OSMA. То есть подтвержденный так называемый дивер, да? То есть главный как бы считается, но OSMA, он еще подтвержден моментумом. Поэтому подтвержденный дивер максимум 1/4 берем в сделку. Максимально это 1/4 от объема, которым вы открывались бы, если бы не было вот этих диверов. Значит, на 3/4 сокращаем объем своей сделки, направление известно, но посмотрите, у нас дневные графики так и не закрылись за психологической отметкой 50% уровня Фибоначчи в абсолютных значениях 1.2655, а это значит, что дальнейшее движение вниз пока что под большим вопросом, поскольку закрытие ниже этого уровня, повторюсь, не произошло. И плюс у нас есть еще два дивера. Но, тем не менее, сегодня торговая система говорит день продаж. Направление известно, это вниз, это продажи. Но с объемом, еще раз говорю, только 1/4. 3/4 убираем. Теперь смотрим внутреннюю структуру. Идет отлив. Дожидаемся, когда отлив закончится. Начнет формироваться новая приливная волна. И будет сигнал осциллятора в продажу. На 4-часовом таймфрейме, на закрытой свечке, когда свеча будет закрыта, должен быть четкий, сформированный сигнал осциллятора в продажу. Наличие сигнала будет говорить о том, что момент входа наступил. Но это не значит, что нужно будет сразу оголтело начинать продавать. Нет, есть еще два важных условия. Первое. На часовом таймфрейме должна быть консолидация. Это узковолатильное боковое движение. Но даже если это условие выполнится, и вы будете знать, где ставить свой отложенный приказ sell-stop и сможете определить точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, в качестве цели мы пока что рассматриваем тот же самый уровень 1.2655. Ну или в крайнем случае берем минимум вот этой свечки 1.2595. Это край 1.2595. Рассчитывая на уровень двойного касания. Не более того. Итак, вы будете знать свою цель, вы будете знать размер своего стоп-лосса. И вам нужно будет обязательно соотнести свою сделку на соответствие правилам управления капиталом. Если потенциальные прибыли будут превышать в 3 раза ваши потенциальные убытки, сделка открывается. Если это условие не выполняется, то мой вам совет – сделку лучше не открывать. По этой консервативной торговой системе. По другой торговой системе, пожалуйста, можете открываться, это ваше право.
Эта же торговая система запрещает это делать. Бонусная цель – это в том случае, если цены закроются ниже и пойдут дальше на текущий момент. Но, повторяю, это только бонусная цель, не более того. Цель более чем достойная, там вообще до уровня 21,5. 1.2160, если быть точным. Вот примерно так обстоят дела по канадской валюте. Следующий финансовый инструмент у нас с вами – это золото. Фильтры смотрят вверх, это значит, отдаем предпочтение сделкам только на покупку, но эта торговая система так и не позволяет нам открывать сделки, поскольку смотрим внутреннюю структуру, цены начинают идти вверх, не давая нам возможности открываться, поскольку самым оптимальным является вариант, когда совпадают два фактора. Первый – это нахождение индикатора в зоне перепроданности или хотя бы вблизи этой зоны. Этого практически не происходит. Либо когда цена отталкивается от психологического уровня. Вот сейчас, поскольку цены на сырье активно растут, а золото рассматривается не только как финансовый инструмент, как инструмент, в который можно инвестировать свои средства, но и как сырьевой товар, поскольку он является еще и в промышленности используется, поэтому его тоже отчасти рассматривают как сырьевой товар. Вот. Ну и поскольку цены сейчас на сырье растут, это оказывает поддержку золотым котировкам. Они тоже растут. Поскольку растут цены на сырье, но растут не так сильно, поскольку все-таки это не в чистом виде промышленный металл, он все-таки еще рассматривается и в основном как средство инвестирования. Поэтому его нельзя на 100% как бы сравнивать с теми движениями, которые идут на сырьевых площадках. Но, тем не менее, все-таки толчки определенные есть. Но, как я уже сказал, вот, к сожалению, по этой системе у нас входов так и не получилось. Вот здесь цены отталкивались от уровня 23,6 дважды. Особенно здесь достаточно неплохой был рост, но индикатор при этом, посмотрите, насколько далеко был от зоны перепроданности. Это был последний финансовый инструмент, который мы смотрим в рамках нашего обзора. Вот есть пожелание посмотреть агрессивную торговую систему, которая называется «Могучий аллигатор». Давайте взглянем, что нам говорит крокодил. По евро-доллару по крокодильской торговой системе входить нельзя. Кульбит с переворотом произошел, пасть была открыта вниз, и после резкого движения вверх, на словах Марио Драги, ну, как очень часто происходит, потом бывает резкий разворот, и все может двинуться совершенно в противоположном направлении с той же, а может быть даже и с удвоенной динамикой, такое бывает сплошь и рядом. Во всяком случае, на текущий момент у нас аллигатор переворачивается, поэтому евро-доллар сейчас не торгуется. Очень далека от оптимальной ситуации для того, чтобы открывать сделки по этой агрессивной торговой системе. Британец. У нас не было опорных точек для покупок, цены находились ниже пасти аллигатора. То же самое открываться было нельзя. Сейчас тоже идет разворот по британцу, так же как по евро-доллару. Австралийская валюта. Так, вот давайте-ка посмотрим, что у нас было здесь с вами. А здесь у нас было следующее. Опорная точка внизу, это наверху. 28 пипсов открываться можно было. Вы должны были открыться первым измерением, но на этой свечке поймать лося на ней, после чего, если входить уже по продажам, но этот приказ должен был быть у вас отменен после того, как стоп сработал, нужно было ждать новых опорных точек внизу. Этих опорных точек пока что нет. Поэтому по австралийцу вход был бы у вас неудачным по первому измерению. Это нормально, не бывает такого, чтобы входы всегда были только положительные. Японская валюта. Цены в пасти аллигатора, торговать нельзя. Аллигатор еще не заснул. Смотрим швейцарский франк. Цены заходят в пасть аллигатора. Здесь не совсем такая картиночка, как по евробаксу у нас с вами. Но торговать тоже нельзя. Смотрим канадца. По канадцу вот, наверное, оптимальный вариант, но у нас нет опорных точек наверху. Давайте-ка посмотрим. Вот есть минимум опорный. И посмотрим, что здесь. Итак, 65 пипсов. Нет, это уже за гранью допустимого. По канадцу открываться тоже нельзя. Ну и поскольку Новая Зеландия здесь рядышком, тоже смотрим, нет, торговать нельзя. Итак,
посмотрели и агрессивную торговую систему, и консервативную. На этом наш обзор заканчивается. Давайте будем прощаться. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожны, берегите себя. Удачи всем.